наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. В любви предпочитают комфорт и стараются предугадывать желания партнера. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Вибрации этого имени означают, что у его носителя ясный ум, и он склонен анализировать окружающую его реальность. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. В науке им не бывает равных в решениях и основательности исследований. Звук «Ш» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. Показателем деловой активности, силы характера и требовательности для обладателей этого имени является число 8. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.